Алена Косторная перестала скрывать отношения с партнером на льду. Фигуристка опубликовала трогательные кадры с Георгием Куницей. Чемпионка Европы в конце января отправилась в путешествие. Спортсменка прилетела на Кубу вместе с фигуристом Георгием Куницей. Мастер спорта России международного класса показала романтические снимки, сделанные во время отдыха. Косторная предстала в белом легком платье. Ее волосы были распущены. Рядом с Аленой был Георгий Куница. Фигурист взял Косторную на руки, влюбленные поцеловали друг друга. Для другого кадра они приняли изящную позу на песчаном пляже. А позади пары был живописный кубинский закат. Всем удачи!